Аксулат на связи. Аксулат, направляйтесь. Хименко 2, конфликт с мужем. В праздничные дни полицейские несли службу в усиленном режиме. Только в областном центре покой и безопасность граждан круглосуточно охраняли свыше 200 полицейских. Новогоднюю ночь на пульс 102 поступило 389 телефонных звонков. А всего за три праздничных дня полицейские приняли более 1600 обращений. Из них 479 о совершенных преступлениях и происшествиях, 21 по ДТП и 17 по нарушениям тишины в ночное время. Также зарегистрировали 45 вызовов на семейные скандалы и 26 сообщений по фактам краж. В период с 31 по 3 января на оперативный канал 102 поступило более 1600 телефонных сообщений. Из них около 500 телефонных сообщений, требующих немедленного реагирования полиции. Сотрудники Центра оперативного управления зафиксировано 61 административное правонарушение. Из них 26 нарушений правил дорожного движения и 35 за распитие алкогольных напитков и появление в общественном месте состояния алкогольного опьянения. Стражи правопорядка напоминают, сообщать в полицию о преступлениях и правонарушениях можно не только по телефонному номеру 102, но и с помощью одноименного мобильного приложения, которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Анастасия Кузнецова при поддержке пресс-службы областного департамента полиции.